Камера с ума сходит, не успевает так быстро за басовиком следить. Так, друзья, приветствую. Сегодня пионер, вот покажу вам, S9500. После реставрации, это самое, значит, по работам.
полная реставрация корпуса, значит, работа с задними клеммами, работа с оттюняторами, значит, обновил таблички немного, вот. Обслуживание динамиков, твиттер я не обслуживал, его разбирать не советую никому. Можно повредить ленту, вкратце сказать, да? Значит, обслуживание средника, вот, по басовику обслуживание подвеса было, вот, значит, что, покраска, значит, корзин, вот, зашкурил, покрасил корзины, залачил, все, под титан, значит, крепежные элементы, ушки, тоже, значит, болты тоже обновлены. Внутренне демпфирующий материал, значит, тоже заменен на новый. Внутри корпус проклеен. Что еще? Что еще? Ну, вроде бы все, да? Вроде бы все. Так, значит, что я подумал? Вот, значит, тоже пионер, да, стоит. То есть вот этот черный с текстурой, вот этот под винтаж. Я вот думаю, что если вот скоро две пары паковать, людям отправлять, да? Причем в разных направлениях территориально. Вот я думал, если бы, допустим, было 1 апреля, что бы, если, допустим, перепутать одну колонку такую отправить, одну, а левую черную, а правую под винтаж. И то есть то же самое другому человеку. Как бы люди отреагировали на это? То есть это... Представьте реакцию человека, да? Приходит ему, значит, колонки. Одна под винтаж, одна черная с текстурой. Человек, нифига себе такой. Ладно, это шутка. 1 апреля можно было бы пошутить, а сейчас уже поздно все. Так, что у меня, значит... Задняя стенка загрунтована. А вот у меня клеммы, значит. Вот. Терминал все чистенький, вытер, все нормально. Что тут сказать-то еще? Такие колонки последнее время. Все чаще и чаще, да? Появляются. Ну, что сказать. Человек, если пионер купит, уже как бы это... Знаете, большой процент, что... Как бы все будет хорошо, да? Потому что компания именно внесла такой акцент в звучание, что, в принципе, всем нравится пионер. Поэтому как бы на любой вкус, да? Можно сказать. Слышали, да, про санкции и так далее. Что можно возить, что нельзя. Колонки пока можно. Усилки тоже пока можно. Но ресиверы нельзя. Там приемники, радио и так далее. Но я думаю так, что это еще не конец. Что как бы еще будут против нас санкции. Так, что, давайте сейчас, в принципе, я про них рассказывал много. Это больше, как бы, наверное, видео человеку, кому они уедут. Больше для него, что все готово, все нормально. Единственное, надо немного времени мне на то, чтобы грили перетянуть. 4 штуки, 2 пары, да, и на черный пионер, скажем так. И на пионер под винтаж, который. Что еще? Ничего не забыл больше? Да вроде нет. По работам вроде все рассказал. Все как обычно. Так, ну давайте еще что-нибудь послушаем. Что-нибудь. Да, всех с наступающей Пасхой, кстати.
Так, друзья, ну все, увидели, все нормально, нет самое. Не буду задерживать ваше время, с наступающей Пасхой, всем всего хорошего. Следующее у нас видео будет посвящаться Technics SB8 после реставрации, после него Pioneer S955, такие вот планы. Так что берегите себя, всем здоровья, удачи, всем пока.